Так, ну что же, сегодня будет небольшая велопоездка. Сейчас у меня, как вижу, он ждет один человек. Будем тестировать GoPro 11 Black в различных форматах, надеюсь. Но посмотрим, вот он уже едет. Так, вот еще один человек подъезжает. Не по правилам едет. А, это не наш человек. На данный момент у меня нагрудное крепление магнитное. Посмотрим, как оно себя покажет в этой поездке. Hyper Smooth включен на повышение, то есть когда тряски не будет, он включается, когда будет тряска, включается. Вау! А я думал, вообще опоздаю. Да, привет. Лайн был возле колеса, а ты уже тут стоял, твою кофту было видно. А я там прозадержался. Привет, привет. Ой, а я вчера, знаешь, и настроение хорошее, в то же дело, как бы, не выспался. Блин, а такое ощущение такое. Так, сейчас выехали, ветер встречный. Ну, посмотрим, как себя проявляет широкий угол. Здесь самый высокий битрейт, работает шумодав, автоповышение Hyper Smooth 5. Ну и, соответственно, я выведу все значения на экран, наверное. Экспозиция у меня на нуле. Сейчас такой солнечный день. Ну, конечно, серо все. А, выставил я нейтральные цвета, думал яркие посмотреть, но боюсь, что будет пересвет. Сейчас так довольно-таки светло, ярко на улице. Так, сейчас едем по такому ровному асфальту. Сейчас я догоняю. Это как называется? Заказник? Заказник какой-то, Андрей. Я, правда, не услышал ничего, ну ладно. Заказник, но мы до него еще не доехали. Ну ясно. Кстати, я здесь ни разу не был. Я тоже. Опа! Места. Да. Я обычно раньше ездил, любил по большую дорогу, там, ну, М1 там и, ну, это другие. Ну, вот я по таким. На шоссере летом именно, да, вот. В основном по асфальту у меня всякие. Мне вот нравится, знаешь, какая дорога, вот да. Некрасивая река, все время ее больше. От Красное до Смоленска, по старой Смоленской дороге. Это мне вообще. Обожаю эту дорогу. Не-не-не, просто я говорю, что я эту часть дороги мне очень нравится. В этом году проехал ее полностью, на 100%. А где она кончается, Старосмоленская? Вязьма. А, Вязьме? Да. Подожди, там же есть еще там дальше как-то... Вязьма, там уже везде шоссе. Ну я... Просто, между Дорогобужем и Вязьмой самый интересный участок. Там есть где-то километров 20 с копейками без асфальта, но там по лесу красиво, реально. Там и холмики. И потом начинается асфальт вообще без машин идеальный. Тоже через глухие деревни, но его там проложили. Ну я доезжал только до Дорогобужа, дальше я не ездил по Старосмоленской. Ну да, там такие холмики, такие хорошенькие. Куда сейчас? Сюда? Наверх? Все так серо как-то, ну хотя не уныло, но... Это осень глубокая к тому. Ну да. Вот-вот снег выпадет. Да, так буквально говорили вчера. На этой неделе, да, там есть. В четверг, вроде бы, говорят, уже будет таких. Минус обещают такой, да, минус 7. О, хорошо. Ну, наконец-то я на работу буду ездить, не боясь дождей. А, точно, да. Дима написал. Настоящий велолюбитель. Ну а что не так? В городе. А я начал писать сообщение. Велолюбители, это когда Саша каждый день любую погоду в Булбасово на работу ездит. Но а не то, что в Оршу там вечером. Велолюбитель. За пивом выехал. А я вообще ничего не брал сегодня с собой. Ни воды, ничего. Как-то вон, что-то так... у меня есть. Ну, потом, попозже. О, какие горы!
Тут речка рядом. Опа! Нехило. Такой грязь неплохой. Можно было сразу делать, но я не хочу, они Опа! Да уж. Ну да, нехило. Не ожидал я такого. Да, первый. Не, ну тут же здесь лисы рядом, а я же там живу. Чуть дальше. Ну как ты не в курсе, приняли решение просветить барань корж или нет? Нет. Мне еще. А ну, просто интересно. Рано или поздно будет. Можем. Будет мегаполис. Куда развивается? Одни быстрее, другие медленнее. Но тем не менее разрастаются, поэтому... Ничего себе! Все закономерно. Вау! Это экшен! Да-да-да. Получается экшен! Да-да. Видите, скользкие. Кроссовочки надо. Трекинговые, да. Ботинки прямо вау. Надо тут. Честно. Желательно трекинговую палку. Это дерево называется динозавр. А мы еще на вершину не залезли? Фу. Надо смотреть отсюда. Сейчас я. О, бля. Отсюда. Ох, это опасно. А. Ух. Ха. Фу. Сюда иди. Сейчас, секундочку. Опа. Да, нехило. Оттуда. Все. Остановись. Да, бля, моя трекинговая палка. Или как-то. Смог. Смог. Ой. Фу. Фу. Ну видел ты динозавра, нет? Что-то я не совсем. Короче. На что нужно смотреть? Фу. Вот это морда, это глаз. А, это рога. Ух ты. А я туда смотрю. Все, я понял. Да, ну, я так сразу и подумал, что именно вот в этой вот части надо смотреть. Вот такая. Ну, да. Рожки. Фантазию. Это ключи. Можно увидеть. Так, одобрям. Полянка. Правильно. Ничего себе. О, такая вершина классная. Закрытие будет сделано. А мы не делали закрытие, нет? Тогда, в прошлую неделю. Было закрытие. О, Андрей, иди. Вау. Вот это перепад высот. Я даже на липоках не видел такого. Как они, микологи называются? А что такое? Это рядовка. А, рядовочка? Какая именно, это же не скажем. Такой перепад высот, нехилый, да? Да хилый, но интересный. Это Адровский овраг. О, это овраг. О. Вау, просто. Обалденно. Можно вот отсюда, я хочу снять раму на... Ну погнали, да, погнали, погнали. Снимаем 2,7К обратно же. Вот вышли на другой горб вот этого, не знаю, как его назвать, ущелья. Такой враг, что ли, не знаю, как будет географически это правильно называться. Вон протекает река Дровка. Ой, такие вот виды.